15-й международный фестиваль «Золотая хохлома» прошел в Нижегородской области, и это стало значительным мероприятием событийного туризма нашего региона. Подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях генеральный директор АО «Хохломская роспись» Елена Краюшкина. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Елена Валентиновна, фестиваль юбилейный, 15-й. Чем радовали гостей? В этом году, как никогда, мы хотели порадовать своих гостей интерактивом. Было создано очень много арт-объектов, арт-площадок, на котором могли применить себе гости от малого до велика. Это были и различные игры, и конкурсные состязания, и мастер-классы. Причем мастер-классы они были от рисования на блинах хохломы и заканчивая росписью уже реальных изделий. Костюмированное шоу, подиум, показы. Очень много различных мероприятий было вот именно нацеленных на такую массовое участие наших гостей. Ну и как всегда мы приняли туристскую электричку. Также было достаточно много туристов, которые нас посетили группами на автобусах. И, конечно, семьи, которые тоже не приминули нас посетить. Немножечко жаль, что в силу ситуации текущего года и предстоящего чемпионата мира пришлось фестиваль проводить в рабочий день, но это на самом деле не огорчило наш праздник. Сколько было представлено гостей, художников? Общее количество участников у нас около 500, в том числе было порядка 50 участников предприятий со всех городов России, более 15 регионов приняло участие в этом году. Были и такие вот очень известные предприятия, как Гжель, Дулевский фарфоровый завод. А давайте посмотрим небольшой сюжет с праздника. Фестиваль народных художественных промыслов по традиции развернулся на центральной площади столицы хохломы города Семенова. Здесь и ярмарка с изделиями из разных регионов России, и мастер-классы по росписи, и даже модный подиум, где демонстрируют народные костюмы. В дни фестиваля «Золотая хохлома» ни один семеновец не сидит дома. Само собой, приезжают и гости из других городов и регионов. Знакомиться с промыслами приехал и глава региона Глеб Никитин. На фестивале он впервые, но не теряясь, сразу пробует себя в росписи деревянной ложки и расписывает ее хохломским узором. После мастер-класса временно исполняющий обязанности губернатора приветствует гостей фестиваля и вручает благодарности мастерам предприятий. Я из фестиваля слышал, на самом деле, до этого. Многие годы, на самом деле, так или иначе поддерживали его от Министерства промышленности и торговли. Конечно, когда посетил, совершенно другие эмоции, другие впечатления. Яркие, такое количество людей, все влюблены в свое дело, все влюблены в народно-художественные промыслы. По-настоящему здорово, то есть чувствуется искренность, тепло, такое как бьющееся сердце. Каких только промыслов не найдешь на фестивале. Гжель, дымковская игрушка, торжковское золотное шитье и многое другое. Семенов, как столица хохломы, разумеется, тоже представил на ярмарке изделия своего промысла. Гости фестиваля могли приобрести в том числе и сувениры с символикой чемпионата мира по футболу. Праздник народных художественных промыслов вновь объединил мастеров со всей страны и еще раз напомнил о важности сохранения традиций. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижней. Вы сказали, что приехало много-много гостей целыми семьями. Что-то было особенного вот для семейного отдыха? Во-первых, фестиваль наш особенный тем, что все мероприятия и участие во всех программах, на всех площадках абсолютно бесплатное. Все музейные комплексы распахнули свои двери. День открытых дверей на фабрике. Все мастер-классы, угощения блинами на нескольких площадях, все было бесплатно. Поэтому, наверное, для семей это было самым большим приятным подарком. На самом деле можно было найти занятие по душе каждому, от ребенка до родителей. А на что больше всего обращали внимание, что больше всего радовало? Ну, наверное, все-таки это символ фестиваля, поскольку это самое главное в этом празднике. Да, кстати, символом этого фестиваля стала расписная ладья. Расскажите о ней.
Ну, ладья расписная в этом году возникла не случайно, потому что фестиваль юбилейный, и нам бы очень хотелось, чтобы у нашего фестиваля было долгое и счастливое плавание. Поэтому символом стала ладья с высоко поднятым парусом, которая долго-долго будет плыть по волнам нашей Нижегородчины и радовать окружающих. Ладья уникальна тем, что она изготовлена из цельного дерева, и парус, и сама ладья изготовлена из цельного дерева. Над ней работали в течение 3 месяцев мастера фабрики, и в том числе 7 художников. Елена Валентиновна, а в течение года много гостей приезжает? Как мы с вами знаем, топ-100 ведущих туристических брендов вошли в Нижегородскую область, Нижегородский Кремль и Хохламская роспись. Поэтому, естественно, интерес со стороны туристов к нам очень большой и на протяжении всего года. Каждый день могут нас посетить и группы, и семьи, и отдельные путешественники. Даже в выходные дни мы принимаем заявки на посещение нашей фабрики. И туристический поток ежегодный растет, и вот в 2017 году он составил более 30 тысяч человек в год. Поэтому мы радушно принимаем всех, кто хочет посмотреть на уникальное чудо Золотой Хохламы и ее появление. Надо сказать, что сейчас мы очень активно ведем туристскую деятельность именно в связи с тем, что у нас идет чемпионат мира 2018 по футболу. И как вы к нему готовитесь? На самом деле чемпионат мира для нас не просто знаковое событие, а мы непосредственные участники в нем. Во-первых, мы изготавливали сувенирную продукцию с символикой чемпионата мира, представленной во всех официальных магазинах FIFA. И также очень много на сегодняшний день у нас идет гостей, именно прибывших для участия в праздничных мероприятиях Мундиаля. Вот где-то уже месяц мы принимаем средства массовой информации со всего мира. Принимаем гостей, которые приехали на матчи. И география настолько велика, что очень сложно даже вот перечислить всех участников. Это и Индонезия, и Бразилия, и Германия, и Италия, и Франция, и Швейцария. И каждый день вот этот вот поток, он очень приятен для фабрики, потому что каждый из них унесет с собой в свою родную страну знания о нашем чуде Золотой Хохламы. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Вам спасибо. Ну что ж, увидимся на родине Золотой Хохламы. Путешествуйте с удовольствием.